Пострадавшим от пожаров в Костанайской области начали выплачивать компенсации. По 1 000 000 тенге получили уже 48 человек. Деньги выделяют из общественного фонда Кайрымдылык.кз. Об этом рассказал аким области Архимед Мухамбетов на встрече с сельчанами. Для оказания помощи пострадавшим при пожаре в области действует единый общественный фонд Кайрымдылык.кз. Аккумуляция средств в одном фонде позволит обеспечить эффективность и прозрачность распределения благотворительных средств. На сегодняшний день в фонд поступило 831 миллион тенге. Принято решение выплатить из средств фонда всем пострадавшим семьям по 1 миллиону тенге. На сегодняшнюю дату 48 семей Аулюкольского района уже получили деньги. Глава региона также напомнил, для погорельцев в поселке Аулие-Коль возведут 91 дом по 100 квадратных метров каждый. Все строения обеспечат водой, газом, электричеством и подъездными путями. А еще у каждого владельца будет прилегающий участок площадью 10 соток. Сейчас на площадке работают 13 подрядных организаций. Строительство должны закончить до начала ноября. Мухамбетов пообещал возместить ущерб и тем, у кого погиб скот. Комиссия насчитала больше сотни сгоревших коров, свиней, птиц и других животных. Предпринимателей, потерявших бизнес, тоже не оставят в беде. Известно, что пострадало 14 субъектов. В ближайшее время специалисты установят сумму ущерба, затем начнут возмещать его.